мы, ребята, поливаем помаленьку. У нас сегодня destination Albany, Oregon. Так что всем приятных просмотров. Первая весовая. Байпасик. Зеленая лампочка. Наша любимая Растерия. Сейчас быстренько цепи проверим и гоним дальше. Вроде все нормально. Ну вот и вторая весовая. Это у нас в Орегоне, сейчас как всегда. Или ничего, или красную лампочку. Смотрим. В этот раз ничего. Значит, ну что, ну и мы ничего. Погнали. А вот им реально сегодня повезло, что они закрыты. Реально кому-то повезло. Я не знаю, как вы, но я устал. Я выхожу. Берем 228 и на 34-ю хайвей. Мы здесь в понедельник были. Только выходили с другой стороны, с Юджина шли назад. Вот это Oxwell Road, куда мы в понедельник уходили, вот на этом мигающем, налево уходили. Ну а нам еще одну милю. Где-то будет с правой стороны. Так, неужели вот это? Да, вот это и есть. Ничего себе здесь. И скорость такая летят. Здесь с обочины не повернешь. Ну, на right, то это понятно. То понятно. SS equipment. Вот она справа. Так что, наверное, заедем вот в эти ворота. Ого, я уже дога вижу. Сразу к доку едем, да и все.
на этих тракторах, но у них колеса большие.
понедельник мы вот сюда направо уходили, на Пятерочку. А сейчас хочу прямо проехать, посмотреть, что за трак-стап на этой стороне фривея. Ни разу не был. Всегда с фривея вижу. Easy, easy, easy trip. А что за трак-стапчик? Что там есть внутри? Покушать. Ни разу не видел. Надо остановиться, увидеть. Так что, как говорится, заскочим, посмотрим. Нам же все любопытно, все надо знать. Это у нас город Албани. Поместимся сюда, нет? Трейлер пройдет, нет? Миллиметр здесь, миллиметр здесь. Миллиметраж, ну прошли. Значит, что я купил на этом трак-стопе есть? Шашлычок вот такой, с курицы, правда. И spicy wings с ренчем. Ренч уже открыл. Все, народ, погнали. У нас полчаса, перекусили в дорогу. На сейлом летим ступеньками загружаться. Приехал ступеньками загружаться. А здесь вон красная Вильво стоит. То пришлось пока опуститься вот здесь, возле сетки. Так что ждем своей очереди. Или загрузят. Мы заедем. А небо красивое. Ну все. Проедет Субарик. Проедет. Вольво зашевелилась, сдает назад. Сейчас назад под гараж сдаст, и я вправо уйду. А иначе мы в этой улочке не разменемся.
Well, that's too far. We need more room. Well, you're 40 inches, I can overhang you. Yeah, we'll put that in. Thank you.
заходим назад, берем третью весовую. И опять коробочка молчит. А молчит, потому что закрыто. Тогда мы прямо. Возле речки опять остановился. Заснять красоту. Электростанция, водопад. Просто красотища. Прямо за фривей останавливается. Ну и сразу стропы протянем. Посмотрим. Вот такой у нас грузик. Опять лестница. Ну, в этот раз не в Microsoft. В две другие компании. Два стопа у нас. Дядя Вова на киностудии. Подсветка на своем месте. Камера, микрофон тоже на своем месте. По зеркалам. Четвертая весовая дает нам байпас. Коробочка молчит. Ну и молчит. Прям откуда ни возьмись, дождик пошел. Вот так вот. Летишь, летишь, вроде тучки нормальные. А тут хлобысь, дождик бьет. Дождик пришел, окна помыл и ушел. И опять солнышко. Ну вот и пятая весовая. Вроде как байпас горит, значит закрыто. О, еще и желтая лампочка в салоне. Отлично. А мы что заезжаем, я не понял. Да ладно. Так что, народ, полчаса и я дома. А я дома. Вот наша любимая Такома. Спасибо всем за просмотр. Если что, до завтра.